Всем привет. Привет. Сегодня в видео мы будем по новой настраивать, пытаться интернет, хороший в нашем доме. Пытаться. Кто не знает, в том году мы уже пытались сделать интернет нормальный. У нас чуть-чуть получилось. Изначально у нас просто был роутер 3G, и в него вставлялся модем с сим-картой. Вот. Скорость была, не очень, так скажем. Ролики у нас по 12 часов грузились, иногда вообще еще больше. Потом мы установили направленную антенну и прошитый модем, поставили. Перешли с мегафона, потому что у мегафона там скорость была вообще ни о чем. Вот, на МТС, и вроде как нормально получилась скорость. Нормально все работало до поры до времени. Наверное, где-то месяца 3-4 было все нормально, потом началось. То есть МТС работает, допустим, 20 минут, раз и отключается, там на минуту перезагружается все. И, соответственно, ничего не загрузишь, ничего, ролик не посмотришь, никакой нормально. Мы писали в службу поддержки, жаловались, и они только говорят, что мы работаем над улучшением, И так, в течение года уже никакого толку нету. Вот. И мы решили, приобрести вот такую параболическую антенну. Сама антенна, там что-то еще внутри идет, сейчас разбирать будем, посмотрим. Взяли провода сразу, двумя проводами она подключается. И туда же приобрели вот такой вот роутер. Вот он висит, подвешенный. Сейчас объясним, почему он тут висит. Вот здесь уже под любого оператора симку вставляешь просто, и все, не надо никакого модема, ничего. Радиус покрытия у этого, в зале, который сейчас у нас сауной стало, там не ловилось это. И от этого ловит. Вообще радиус покрытия у него написан 250 метров. С этим у нас скорость скачки была где-то в районе 10, а скорость закачки, загрузки в районе там от 3 до 5 вот так вот. И платили мы за МТС 690 рублей. В общем, месяца полтора назад, когда пришел этот модем, мы решили просто попробовать, как будет модем без антенны работать. Вот, подключили все. На МТС нифига ничего не изменилось. Попробовали на мегафон, и произошло чудо. Скорость на мегафоне стала где-то скачки 26, а загрузки скорость в районе 16. Вот, мы офигели, конечно, еще и мегафон там 4G показывал почему-то. Наверное, пока мы пользуемся МТС, мегафон на 4G перешел. Вроде все нормально, без всяких антенн тут все ловит, скорость бешеная была, но это длилось всего лишь, недели две, наверное. И потом вообще сейчас ни мегафон толком не ловит, ни МТС толком не ловит. Это уже в деревне жалобу писали, оттуда ответили, что на нашей вышке ведутся работы, чтобы у нас было 4G, хотя непонятно, он и так вроде был. И ждите результатов где-то в июле месяце. Но это вообще невозможно, потому что сейчас в последнее время скорость... мы сейчас покажем, какая скорость на данный момент. Тут недавно проверяли. На данный момент сейчас... Никакой скорости. Никакой скорости. Такая скорость загрузки идет. Сейчас прям нормально пошло. До этого было что-то 3-4. Испугался, что снимает. Такая сейчас скорость получается у нас. И это хорошо, так скажем. Эта скорость в течение часа меняется, чуть ли не до нуля падает, вообще невозможно. Ролики не грузятся. Ролик мы загружаем сейчас 2,5 часа где-то. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее, потому что мы не на один YouTube загружаем, а еще Рутуб, Дзен, ВКонтакте, Одноклассники. И очень много времени уходит, по 2,5 часа, если каждый ролик грузить. В общем, сейчас надо вот этот модем убрать. Здесь мы хотим полочку сделать, потому что у этого модема нет никакого крепления, чтобы его поставить. Тут также можно вот этот принтер подключить, и уже не надо будет провод. Мы вот к ноутбуку подключаем, а так не надо будет, проводов меньше будет. Он по Wi-Fi будет ловить. Лезем на крышу, снимаем старую антенну, заодно и телевизионную берем, и вешаем вот эту новую параболическую. И потом настраиваем и смотрим, какая у нас получится скорость. Нам надо поймать, не нашу вышку, а какую-то другую. Может, в городе получится поймать. Тогда было классно вообще. Поехали.
все сняли. Вот такая у нас была антенна. Эти телевизионные. Телевизор мы все равно не смотрим. Поэтому она нафиг не надо. Сейчас эту распечатываем, собираем. Прокидываем провода и вешаем. Наконец-то. Дождалась она своего часа звездного. Тоже уже сколько антенны лежит? Месяца три лежит антенна. Долго. Да. Собрали. Такая бандурина. Че это такое? Че, вешаем? Давай. В общем, крутили мы, вертели антенну, нашли положение удобное, вообще противоположное от города. Ну, загрузка получается от 20 до 30 где-то, а отдача, ну, 18-19. Только почему-то скачет вот загрузка, непонятно. То 20, то 32. 32 максимум доходило. Сейчас вот сколько будет проверить. Ну вот 24-19. Результат налицо. Ну, будем тестить, смотреть, если что, антенну еще покрутим.
пока какая была скорость и какая стала. Может, у нас включит, когда 4G еще больше будет слышки. Да? Короче, сейчас надо тут красиво сделать все. Полочку. Вот, а эти как-то надо вытащить. И будет все готово. Пошли полочку. Теперь у нас нормальный интернет в очередной раз. Ну, лучше, чем был. Вот. Сейчас будем тестить. Время покажет, конечно. Ну, пока. Считаем, не должно никуда это деться, должно все нормально. Потому что мы сигнал ловим вообще с другой деревни. В нашей деревне сигнал полный Г. Теперь у нас безлимитный интернет за 400 рублей мегафон. Кому нужны выгодные тарифы, где взять, ссылку оставим в описании. Вот, пишите, там проконсультируют. И также, ну, там же нам помогли подобрать оборудование, вот эту антенну и роутер. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Ну, вот такое небольшое видео. Надеемся, может, кому-то будет оно полезно, кто сталкивается с такой же проблемой, как сделать интернет более-менее. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мира, добра, здоровья всем. Ты хоть рада, что у тебя интернет там? Я очень. Всем пока. Пока.